Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Ну что, моя дорогая, скоро осень, а это значит школы, тренировки, это значит возить детей. Самое время позаботиться о безопасности своего автомобиля. Поэтому сегодня мы с тобой здесь, в едином центре Trade-In. Ведь именно здесь до 15 сентября действует специальное предложение – бесплатное сервисное обслуживание всех автомобилей. На сервисное обслуживание ты можешь записаться по телефону 721-721 или приехать сюда уже на место и, что называется, в порядке живой очереди. Здравствуйте! Здравствуйте! Здесь к твоим услугам диагностика подвески. Проверят всход-развал, регулировку фар, тормоза, уровень технических жидкостей, проверят освещение, щетки стеклоочиститель, а также измерят толщину протектора шин. А еще здесь для тебя все виды детейлинга. Восстановительная и защитная полировка кузова, задние и передние оптики и чистка полировка колесных дисков. А еще на устранение выявленных неисправностей действуют специальные условия. Все запчасти в наличии. Мы, девочки, когда обращаемся в сервисный центр, когда у нас на ходу что-то отваливается, поэтому тебе срочно нужно сюда, в единый центр Trade-In. Здравствуйте. Ну что, я же тебе говорила, нет неисправных машин, есть непродиагностированные. Мне исправили буквально пару небольших неполадок, теперь я со спокойной совестью буду возить детей в школу. Ой, это же не моя машина, а так хотелось. We'll be right back.